В принципе, они как бы знакомятся с чтением, с книгой, с литературой именно тогда, когда им читают вслух. И, кстати, я читала книгу писателя Даниэль Беннек. У него есть книга, как роман называется. Она как раз о том, что современные взрослые постоянно плачут по поводу того, что дети не хотят читать. Вот. И он там в своей книге описывает, а он школьный учитель и писатель, он описывает причины, почему как бы они не хотят и почему не развивается любовь. А дело в том, что одна из причин, как бы основная, это то, что вот детям маленьким им читают вслух, а потом, когда они, как только они научились читать, им читать сразу перестают. И это неправильно, потому что на самом деле чтение – это очень сложный, такой абстрактный, сложная абстрактная деятельность. И когда ребенок научился читать, он читает, но часто он еще не понимает или читает медленно. И он как раз не может представлять, когда ему читают вслух, он представляет эту сказку и в ней живет. Когда он начинает сам читать, вот он только научился, он не может этого делать, и вот этих образов они не создаются. И поэтому читать скучно, читать неинтересно, особенно когда дают большую книгу, там реально возникает страх о том, что это бесконечно, и это мне не